пишется за переездом. Улица Коммунистическая. Как сообщили жители, здесь творится черт знает что. Разрушенные бараки не вывезены, не разбиты, а превращены в огромную кучу мусора, куда помимо строительного жители стаскивают бытовой, автомусор, покрышки, тряпки. То есть творится черт знает что. Покрышки являются четвертым классом опасности отходов. Они творяются в большом количестве. Дополнительные жители вносят свою лепту, скидывая дополнительный мусор. Радиоэлектронную технику, мебель всевозможную, технические жидкости, остатки компьютеров. Никто тут говно не убирает. Мало того, что архитектура такая нарушается, так это рассадник, может быть, инфекционных заболеваний, токсичных отходов пожаров. Вот, даю ориентировку по местности. Практически сразу за переездом, не так далеко. Вот так у нас убирают бараки, зачищают строительные площадки. Превращено все в горы мусора.